Через муки, риск, усилия пробивался к свету кокон, чтобы шелковые крылья изумляли наше око. Замерев в нектарной смеси, как циркачка на канате, сохраняет равновесие крылья бархатного платья. Век длиной в одни сутки не сравнится с нашим веком. Посидеть на незабудке невозможно человеку. Так, порхая в одиночку, лепестки цветов целую, она каждому цветочку передаст пыльцу живую. Когда гусеница в кокон превратится, не спеша, из-под нитиных волокон вырвется ее душа. Жизнь былую озирая, улетит под небосвод. Люди, мы не умираем, в каждом бабочка живет.